Ладно, я тогда конфу закрываю. Так, да, я уже в эфире. Вот так вот просто, опять же, на скорую руку. Я, как сказать, в это буду я играть, пока мисс кто-то из нас не расшевелится и не захочет поиграть что-нибудь свое. Так что, сейчас я запущу. И вот это вот. Марио. Стоп. Че это? Марио Луиджи, Partners in Time. Так, это мой сейф. Подожди, подожди, это Nintendo DS? Это Nintendo DS. Понятненько. Ну ладно, я тогда покидаю фильм, и надо, блин, передохнуть немного. Давай, Ромео. Погамать во что-нибудь попроще, блин. Ну, это как бы, да, RPG. В общем, всем до встречи. Давай, пока. Сильно там охуели. Просто как бы я один раз приехал к своей сестре, и у племянницы лежала Nintendo DS. До этого я Nintendo DS в руках не держал. Тут как-то незначай так взял в руки, и там вот эта игра была. Блин, я, наверное, все выходные у них проиграл в эту игру. Ну как, не все выходные, но... Что-то вот так это мне понравилось было даже. Вот так сейчас думаю, а почему бы нет? Так, чё, куда идем-то? Так, а конфы у нас совсем нету больше. Блин, к сожалению, у меня нету версии на языке, который я бы мог понимать. Так бы я хоть что-то покомментировал, а так я не понимаю... Понимаю ровным счетом ноль, что они там говорят. Что вообще происходит? Так. Чупин кнопки надо. Ой-ой-ой-ой. Короче, полный туториал. Ну я знаю. Что надо жать X. Thank you.
Ой-ой-ой. Все, откинулся мини-возер. Чат и все. Сколько много слов. Пролезти хоть в конфу турни, чтобы она была. Вот и уже здесь. Хорошо. А то чую, к нам вряд ли сегодня кто присоединится. Че, куда надо то, что я не понял.
притормаживает чуть-чуть игра, особенности эмуляции. Хорош, трындец, ну сколько можно? Я же уже понял, что ты мне все тыкаешь. Thank you.
Sono lavato, lo vedo. Ну, когда вы заткнетесь, а? Да, блин, ну хорош, а. Тупому понятно.
go. Народ, вам вообще интересно? Скажите, какую бредятину он играет. Ну как сказать? Понятно. Я так даже не знаю, что еще такое необычное поиграть можно. Особо ничего и нету. Привет, Санку. Сори. Забыл, честно. Одно играть Санку самое, другое на это просто тупо смотреть.
go. Мне же самому скучно становится. Thank you.
там, где они там валяются-то? Ой, что, я уже не туда ушел. Да-да, с четвером там надо будет играть. Алло. О, привет. Как-то я тебя очень-очень тихо слышу. Совсем не слышу. Ща-ща-ща-ща-ща, я тоже не слышу.
Так нормально? Нет? Ну да, получше. Да у нас тут так, просто раз такой неформальный вечер, как сказать. Кто играет? Я играю я. Mario Lunch Partners in Time, по-моему, эта часть. Угу. У меня есть Bowser Inside Story на DS-ке, и на 3DS есть Mario Lunch Dream Team. Угу. Которая, к слову, переведена на русский текстом полностью. И там перевод прям так вложились. Прям игрушка вообще прекрасная. Да вся серия хорошая. Мне пока довелось вот это только чуть-чуть поиграть. Но особо тоже не засиживался, чтобы проходить или что-то. Ну вот я Dream Team прошел где-то процентов так 60, она мне очень сильно понравилась. Там возможности 3DS используются, и 3D там неплохое. Вот это то, что я еще вообще в руках не держал. Вот они сейчас будут вчетвером тут бегать. Насколько я помню. Это, не, я имею в виду 3DS. Это 3DS? Я еще... 3DS, кстати, штука очень хорошая. У нас пролиз там не поддерживает. Ушел из них. Ну, на 3DS это, кстати, один из смыслов покупки. Кстати говоря, вот этот Dream Team, потому что она получилась очень хорошая. Такой период. Сюжет там, в принципе, там перевод интересный. Они перевели название там немножечко по-другому. Там типа страна снов, короче, и там всякие такие названия, как вулкан Грязувий. И вот типа такого, сейчас я даже название. Там название очень интересное. Остров Засыпая был, на который они отправились. Или еще есть. Ой. Тут, кстати, вроде как кнопку можно два раза нажать, и он два раза прыгнет по нему. В момент прыжка, когда он прыгает. Можно нажать ту же кнопку вот во время того, как он приземляется на врага, и он прыгнет еще раз. Он прыгнет сильно на него. Сильно, но вот он
в других версиях он два раза. Или вот так вот просто он на него. Или вот так. Да, а в той версии, в этом, в Bowser Inside Story, по-моему, он два раза прыгнул. Когда потом вчетвером будешь ходить, можно будет сама сначала большим, потом еще малышом на него прыгнуть. Я тут немного путаюсь. Ну, вот тут пишет принц засыпайка. Перевод там выполнен просто шикарно. И тут один из тоже одна из причин купить и пройти игру на 3DS. И шутки там нормально сделаны, адаптированы. И в целом игра очень хорошая. Прыгать лучше сразу двумя, потому что если прыгнешь Марио, когда он подходит, то они могут Пиджи задеть. У тебя даже DS-ки нету, да? DS-ка есть. Чего тебе тоже тут распинаюсь? Только у меня на DS-ке только одна контра, и больше ничего нет. Вот ты сейчас Луиджи не прыгнул. Да, я сейчас вообще ничего не прыгну. Так. Ну, у меня на DS флеш-картридж, и как бы я ромы качаю. Mm-hmm. Потому что сейчас игры найти вообще невозможно. Вы, может, и не против покупать оригинальные, но найти сейчас что-то вот... Хотя те же покемоны сколько там, 1800 стоили. Всем привет. О, здравствуйте. О, Барматончик. А, ух ты. Вот это. Вот это поворот. Привет тебя. О, человек, рисующий анимацию. Ну тут Марио. Какими судьбами? Скучно. Скучно, вот мне тоже не скучно. Барматончик, ты же в районе Одинцово живешь, да? Ну, когда как, сейчас я не в России. Сейчас, да, сейчас я понимаю. А так, да, я то в Одинцово, то в Барвихе. Вот Одинцово тут прям вот, господи, пишу, 58-я маршрутка от меня ходит. Ага. 20 минут, и я там. Чего, за автографом хочешь? Может, дать земляк. Ты там этого комбата-то смертельного еще делаешь? О, сейчас я его потихоньку начал это доделать, но я сейчас переезжать собираюсь. У меня те же проблемы, что у Жара в свое время были. Вот тут он Pixel Devil перехватил, начал про аркадные эти рассказывать. Да, я там написал комментарий, то, что это, ну все, капец, типа, моему смертельному комбате. И он сказал то, что расслабься там, и ко мне сразу подписчиков 20 добавилось, короче. Тебе, кстати, как вот МК новый? А я же в него не играл. Ну, а он еще не вышел. Ну, это ладно. Который только по роликам. Да, ну, блин, я не знаю, по ролику судить не могу, но ждем, посмотрим, что из этого получится. Ну, я так... не понимаю лично то, что люди орут, бугуртят на тему то, что «А, новые бойцы, зачем?» Как будто до там этого новых бойцов не водили. Странные бойцы, вот это какой-то амбал с...
то ли, ну, назовем ее девочкой на спине, ага. Ну что-то какой-то странный он, по меньшей мере. Но он похож на алхимика из Доты, если честно. Ну, я не знаю, Павел, мне удручает только то, что там новости, они собираются русских исполнителей использовать. Что они собираются? Русский рэп использовать в игре. Ой, не надо, ой, не надо. Вот да. Меня пока что, сейчас скажу, больше интересует, каким образом собираются, блин, Дарта Вейдера возрождать в 7-м эпизоде. И зачем? Факт, что его вообще, кстати, вернут. А хотя там на постере же шлем нарисован. Ну, там и шлемы, и просто в новостях, в интервью там говорили то, что вот мы подмываем вернуть Дарта Вейдера в строй, короче, там тра-та-та. Ну, как бы есть такая штука, что вот этот, в первом эпизоде Квай-Гон Джин-то, помнишь такого? Ну да. Вот, он типа с помощью силы там перешел на какой-то план, и скорее всего его из этого же плана как бы материализуют как-нибудь, какими-нибудь условностями. Ну, он в конце 6-го эпизода появлялся же тоже, как ну, вот да, духом вот, все, вот этим. Вот, может его как-нибудь материализуют просто? Ну, фиг его знает, они просто задрали, это же не Драгонбол какой-то, чтобы возрождать всех подряд. Ну, а вообще... то ли Дарта Мола уже раза три возрождали. Ой. Да, там что-то ноги механические какие-то. Да, и в сериале у нее ноги механические были. В одном комиксе Дарт Вейдер там нашел каких-то ситхов, отшельников, типа, короче, чтобы их замочить тоже надо было, потому что их только двое может быть. Там это и вот. И они тоже с помощью силы как-то даже тело обычное Дарта Молу дали. Ну, это что-то уже вообще бред пошел. Но это было еще до того, как мы вот в мультсериале его возродили. А когда он там выходит уже? В следующем году, вроде? Да, не помню, я не, так не слежу особо, просто новости увидел. А я смотрю, тут написано было просто Freeplay AVGN Adventures, а тут Марио. Блин, ну это как обычно, забыли поменять Дашу. AVGN Adventures играл Ромарио где-то ну, да. 1.5-2 часа, он один... Ну как, все конты слил, потом попробовал еще раз и уже не выдержал, короче. А хотел пройти игру. Ну? После чего как бы перенял я и так, неформально запустил Марио. Так я пока, ну вот в комбате мне просто тяжело его сейчас сделать, это времени практически нет на него, поэтому я еще параллельно два видео подготавливаю сейчас, чтобы как-то разнообразить канал, а то 5 месяцев там затишье было. Да, затишье долго. Да, я сначала хотел туда это, какой-нибудь стрим свой запилить туда, конечно, да, как вот жардивать, но как-то подумал, копипаста будет какой-то. Вот, кстати, куда жар-то? Что-то он эту свою страницу удалил. А, страницу он удалил, потому что вот достали срачи ВКонтакте. И он решил то, что какая разница, все равно на Ютубе все его смотрят. Эта группа ему, в принципе, не особо-то и нужна. Жалко, жалко. Ну, он тебе это и на DeviantArt'е выкладывает вроде свои там какие-то работы дальше. Он на этом вот на стриме Туртельмании был, типа как экспертом по черепахам. А, я что-то не... Туртельмани, не знаю, даже где это было. Я сейчас даже ссылочку скину. Он там сколько, где-то час общались на тему черепах. Угу. Ну, я как раз на ОБЦ, я вот недавно... Вчера, позавчера пересматривал, как стрим был, когда вот Sega Challenge как раз и был. Я же и впилился сюда, когда Mortal Kombat кому-то третий на Game Gear выпал. Я там, меня бугуртнуло, потому что там такую чушь про Саб-Зира начали говорить. То, что там про киборга в оригинальной вселенной там начали это придумывать. То, что там три Саб-Зира уже. И я заорал, пустите меня туда, я сейчас все разрулю. Вот, но это не стрим немного, это подкаст такой, вот туда жаром. Приглашен был. Весьма, кстати, классный этот подкаст, он там где-то около полутора часов идет, интересно рассказывать. Не, собственно... ну жар-то умеет, могет. Ну там не только жар, там демон Лукард был, который, ну с помощью которого будут выпускать в России оригинальные комиксы черепах. Mm-hmm. С переходами.
Здорово. Демона Алукарда я что-то знакомое видел его где-то. Арсений что-то там. Я тоже Арсений. Арсений, ты или демон Алукард? Ну, у меня, вот знаешь, что забавно? У меня ник Алукард тоже был какое-то время. У меня даже в скайпе Алукард и там цифры. И в этом, по-моему, на PSN тоже. Нет? На PSN, да. Что у меня в PSN есть? Вот меня раздражает это, вот, то, что я в PSN не могу, блин, поменять свой ник. Почему они не ведут это? Вот в Steam есть, можно там... Может, в четвертой Соньке что-нибудь сделать? Да не, нифига нет, у меня четвертая Сонька лежит, вот, там, ничего не делаю там. Это ж PSN, это о, сеть как... Там все вообще. После стрима киномана, который вот Кастельвания была третья, ага. Вот, но достал свою PSP-шку, скачал себе Dracula X Chronicles. Ага. Вот. И, ну, я как бы слышал, что там есть Symphony of the Night. Посмотрел, да, как есть. Открыть, и меня просто унесла. Ну, такая вещь офигительная. Только вопрос у меня, там вообще New Game Plus есть или нет? А то я что-то как-то Бельмонта... Я не знаю. И всё. Ну, знаешь, там должно быть то, что за самого Бельмонта как раз сыграть и должно. Нет, ну, там открыть. За это, за Марию можно играть, вот именно в PSP-версии, там только два персонажа. Ага. Ну вот что-то вот New Game Plus нет, я Бельмонта завалил, у меня там конечный ролик, там типа Алукард говорит, что, мол, зло повержено, это замок тебя не восстанет, и как бы все, и игра на этом заканчивается. Никаких New Game Plus не было. Но на первой плойке там точно было несколько концовок даже. Ну вот я два или три места буквально не осмотрел, потому что я тупо не знаю, как туда пролезть. Угу. Вот, а так игрушка, ну прям вообще шикарная. Кстати, ее можно к Стельванию в этом же поиграть. На эмуляторе тоже постримить что-нибудь такое. Там Dawn of Sorrow какой-нибудь. А, ну это на ГБ. Нет, там Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin и Order of Islesia. Три к Стельванию. Именно на резке. А. В принципе, мы можем вместо Марио постримить, ее тоже можно. Это фриплей сейчас или это прохождение? Да, нет, это фриплей. Есть желание что-нибудь? Я могу вот не знаю. У меня Sims есть. Sims какой? Второй. А, он бесплатный, который... Забрал в Origins. Да. Я тоже его забрал, а чё? Ну а чё на халяву, такая игрушка хорошая. Ну поупарываться можно. Мы же не сидим, не задрачиваем её, как ММО какой-нибудь. Типа, я хочу прокачать персонажа, чтобы он добился своих целей в жизни и так далее. Нет, ты будешь говном. Я прокачаю персонажа, но как-то я там больше романы какие-нибудь пишу там. Бабки за них очень много дают. А так надо будет мне на УГЦ вернуться, а то после того, как забанили это, блин, канал. Че, Барматончик, извини, это не ты, СВ, СВ, который пытался стримить на прошлой неделе утром? Нет. Я на УГЦ не стримил уже месяц, наверное, если не больше. А так у меня там это... Я вот не знаю, со Спектрума все-таки откатиться хочу. Это игра Game Over, она жесткая. Блин, может, в принципе, только я не вообще не умею ничего из этого делать. Да и не знаю, что стримить. О, можно Evil Genius. А, хорошая игрушка, да. Кстати, у меня есть Dungeon Keeper. Может, его постримить второй, кстати, не знаю. Люди узнают об этой прекрасной игре. А, вот он, как парад, говорит. Вот какой-то, по-моему, все-таки Bowser's Inside Story. Там именно он сайт делал, один персонаж. Может быть, в этой... Dream Team Bros. Кстати, не играл в Dream Team Bros? Нет. Такая штука. У нас еще и так на русский, вот это Барматунчик, скажешь, у нас все на русский очень классно перевели.
Там прям вот, как бы так сказать, литературные аналоги с очень большой долей юмора привели. Ну тут уже, блин, выкрутасы много. Тут вся игра такая, тут что-то вроде вот этой палки истины. Не, палка истины — это замечательно. Не, это не палка истины, далеко не палка истины. Это боёв такой аркадный. Сейчас, кстати, вспоминаю, на 3DS вот такие же вставки были, но они были в 3D. Черепах, кстати, уже все посмотрели, не? Не. Я подожду, когда они на Blu-ray выйдут. Не хочу я в кинотеатр идти на них почему-то. Ну, там экшен весьма хороший. Его там не очень много, но вот то, что в трейлерах, когда там Рафаэля в джип кидали, вот этот вот экшен, он прям вообще очень классный. Там они с горы, скажем так, спускаются. Так, в принципе, сюжет убили, кора и хреновая, Меган Фокс там вообще ее можно убрать без потери, Вернон там вообще не нужен. А, там Вернон все-таки есть. Ну, там такой Вернон, он сделан как якобы комический персонаж. Но по факту там моменты 2-3 с ним смешные. Ну, продюсер там только... Он только продюсером ведь Майкл Бэй тут выступил, да? Ну да. Но все равно там заметно, что такой очень сильный упор на экшен. Ну хотя бы там Черепахам и Меган Фокс времени примерно поровну. То есть не как в Трансформерах. Трансформеров-то практически нету. Здесь у Черепахам довольно много времени уделено. Ну и сцена в лифте там очень классная. Ее даже уже на Колбе сделали. И тишина. И мертвые с косами стоят. Промотунчику везет, но сейчас на родине комиксов у вас там наверняка можно всякое купить. Ну, я тут намутил себе комикс даже Mortal Kombat, нулевой выпуск. Да, который вот это как раз у Pixel Devil, это ведь смотрел, да? Ну, я смотрел, уже плохо помню, что-то он... А, ну, там просто там это... Было. Реклама вот на аркадном автомате была. А. Вот, если по этой рекламе сделать предзаказ там или типа того, что-то, не помню точно, как было уже. Но там, короче, вот как раз с комиксом игра приходила в нулевой выпуск. У меня вот я нашел на наших, кстати, Воденцов заказал себе «Темную башню», 4-5 выпуски. Это по мотивам романа Стивена Кинга «Темная башня». Вот, и мне где-то через неделю я «Хранителей» таки тоже нашел. Оригинал. По-моему, даже ультимативное издание абсолютно. По крайней мере, обложка была именно как от того издания. А так у нас... Что у нас там? «Противостояние» выпускают, если кто читал. Я не думаю. Никто не читал «Противостояние»? «Противостояние»? Нет, не читал. Я смотрел фильм с Джетом Ли. Но это не то «Противостояние». Да, я знаю. Вот, там, ну, у Кинга, короче, роман, такая дура на 1200 страниц. Вот, графоманство он, конечно, там страдает, но в целом роман очень-очень даже хороший. И вот по его же мотивам сделали комиксов там несколько выпусков. И вот у нас это дело выпускают. И надо сказать, что комикс весьма хороший. Так как там Кинг пишет про... У него несколько главных персонажей там. Комикс, он как бы поделен, ну не то чтобы на главы, там в одной главе может быть несколько историй про вот
этих персонажей. Потом они там где-нибудь встречались. То есть атмосфера романа, в принципе, передана. Ну и хороший рисунок, что тоже способствует. Там постапокалипсис такой в легкой форме начинается. Вот его весьма хорошо передали. То есть адаптация в комикс прошла очень хорошо. Ну и перевод тоже, в принципе, нормальный. Блаттер пишет, на 1200, как они все комиксы запихали? Там же куча выпусков должно быть. Ну, а это, кстати, где пишут? СК2ТВ. Через интернет открою. Ну там, смотри, 1200 страниц, там же еще описание местности. И вот часть от этого описания взял на себя рисунок. Но я не зря сказал, что это именно адаптация. Я пока два выпуска только себе, ну, то, что у нас перевели. Вот, и оно рассказывает примерно, я не знаю, ну, страниц 200 с самого начала. Я роман очень давно читал, уже как-то, ну, не очень хорошо его помню. Я читал сокращенную версию. У меня из комиксов еще что есть? Ну, мне... Русские издания Человеков-пауков в Одинцово валяются, дофига. У нас, кстати, это будут выпускать Marvel Zombie. А, это здорово. Но я все равно в оригинале читаю, потому что там это правильный. Ну, тебе в оригинале, да. Yeah. Но все равно, у нас что там, Дни минувшего будущего выпустили, которые я все-таки хочу себе купить, правда их уже почти раскупили. Ну что там, Спайдермена там что-то про Венома выпустили. Ну и что-то там еще. Я так с Марвелом плохо знаком. У меня вот на полочке что тут у меня стоит? А, два Бэтмена. Бэтмен Хаш, вот я вижу. И Архам и Слайм. А, вот это смерть у меня еще, Нила Геймана. Есть кто читал такого? Песочный человек. Не, никто не читал. Нет. Нила Геймана. Я из последних читал. Супериор Спайдермена вот этого. Ну, это, скажем так, не из последнего, это вообще в 90-х выходило. А, как Супериор? А, Сэндман, а, Сэндман, да. Не, ну я просто я говорю, что я вообще читал это именно из последнего прочитанного. Не то, что выходило. Ну так-то до этого я этого Длинный Хэллоуин, или как он там называется, Бэтмена вот это читал. В этом, кстати, на Озоне продают. По-моему, в твердой обложке и маску этого Джокера в комплекте. Да, лицо вот это его. Да. Я все это жду, вот когда это вот, а сейчас экранизировали буквально, ну, сколько, года 4-3 назад, наверное. Не, меньше, наверное, года 2 назад. Темный рыцарь, возвращение темного рыцаря. Было, было. Да, и я вот жду теперь, чтобы Killing Joke это экранизировали, это там, убийственная шутка. Там же сейчас Arkham Asylum, что ли, вроде, что-то там, какая-то мостик связующий или что-то такое. Не помню, честно. Вот даже жар выкладывал у себя. Да, не помню. Что-то там такое вот это нарисовали. Ну да, вот Killing Joke я тоже хочу. Я еще хочу, а там вообще длинная, нет она? Killing Joke? Да, сколько там? А, да я не помню, но она вполне, она выходила даже в делюкс издании, точно в твердой обложке большой такой. О, тут может у нас ее переведут? Должны будут, я думаю. Что? Но там концовка шикарнейшая, конечно. Я знаю, что он там выстрелил Бэтгерл в позвоночник пулю, и она оракулом стала, она на инвалидном кресле потом катается. Да. И что-то там он еще сделал, ну вот что я не знаю. Да, он и, ну, если хочешь, могу сказать. Давай говори, все равно забуду. Да, ну он, короче, раздел ее вообще, начал фоткать там это по-всякому, потом в парке аттракционов фотографии все эти развесил, Гордона зачем-то раздел, короче, привязал его на этом паровозике, типа это, американские горки. И он катался там, это, чтобы он пытался свести с ума его, короче. Хотел доказать Бэтмену, что все сумасшедшие, все дела. Интересно. Да, ну и он все задавался вопросом, это типа, Бэтмен, какого хрена? Я сумасшедший, я это давно принял. Давай уже и ты смирись с этим. Просто я это принял, а ты пытаешься с этим бороться.
Ну, в принципе, Бэтмен реально псих же. Ну, получается, да. Взять вот опять же этого темного рыцаря только. А, не, вот я немного наврал. Не Лонг Хэллоуин, а Смерть в семье. Death of the Family. А, это не читал. В твердой обложке с маской. Тут у нас продается Бэтмен Нуар, Лонг Хэллоуин, вот я вижу. 1144 рубля стоит. Бэтмен Лил Готэм продается. Бэтмен Пенал за 230 рублей. Много раз. Стражи Галактики. Не знаю, при чем тут Бэтмен. Стражи Галактики — это вообще Марвел. Ну да, вот я не знаю, я ввел Бэтмен в поиске на Озоне, вот он учет Стражи Галактики. Что-то дальше хрень всякая. О, подставка для учебника, знаешь, такая советская. Да. Типа ПМ, вот она прикреплена к картонке с Бэтменом. Офигенно. Подставка для книг, бордовая, плюс Бэтмен, плюс сломать. 200 рублей. Охренительно. А если Apple на нее нафигачит еще? Сколько она стоить будет? У нас, кстати, этих черепах же будет. 30-й юбилейный. Ой, 30-й, говорю. 30-летие выпустили юбилейный. Перевели так неплохо, на самом деле. Ну, господи, уже контра пошла. Наскучил мне Марио. На этой вот, на DS-ке есть просто помрачительная игрушка, которая сейчас вышла на iOS-е. Это... Сколько? The World Ends With You. Он с Брэд Ганнер. Да, ну, кстати, не очень удобно играть, потому что два экрана DS, они расположены один над другим, и верхний является продолжением нижнего. Давай пролезь, спокойной ночи. Ну тогда я точно прощаюсь, пролезь, прощай. Если у нас ненадолго. Сейчас вспоминается Pixel Devil, который обожает он. Ну это, блин, из первой части вот эта вот пушка. А, да, вообще всю игру можно считать ремейком как бы первой части. Ну так она считается Contra 4. Она считается Contra 4, там. Ну это, блин, это первая часть. Прям вот, вот, босс из первой части. Куда она там выросла, я? Опа! Вот это, блин, поворот! А ты еще не видел? Ну я что-то поиграл, дошел до этой пушки и в свое время все. Конечно, хреново мне с Брайдганом нету, но... Да, конечно, было интересно посмотреть на эти контры, которые были. На Командоре и так далее. Ой, да, вот это, кстати... А вот то, что последующий контр, вот, Pixel Dale что-то не делал ретроспективно. Да, может, и не было такого. Да, вот, интересно, были они или их реально не было? Хоровод ракет вокруг этой попасть ни одной не может. И все поубегали. Все, обратно поехал. Ох, на следующей неделе в кино будет... Что там будет? Неудержимое? Expendables. И потом будет Город грехов. Кстати, кто-нибудь читал его вообще, нет? Нет, я только смотрел, к сожалению. Это Фрэнк Миллер ведь, да, тоже? Да, у нас выпускали. Даже вот сейчас до сих пор можно купить все... Сколько выпусков? У нас 6 выпусков. В неплохом, в принципе, переводе, в нормальном издании. Они там по 30 рублей буквально стоят.
То есть у нас это перевод, у нас осталось вот седьмую книжку выпустить уже и все. Я, в принципе, уже знаю, чем все закончится во втором фильме. Блин, спрайт-гана нету. Откуда ракеты? Буква H подобрал, не? Угу. Так, кстати, Супер Контра. Это была первая игра, которую вообще прошел. Причем, самое приятное было, что я со своим батей ее затащил. Так, сейчас сначала начну. Мне было года 4, наверное, или лет 5, когда это произошло. Не, ну я контур никогда не проходил. Мы доходили, ну, как обычно, до водопада, и все. Вот, кстати, здесь, если вот эту если игру запустить на харде, в первом уровне играет трек с первой контры, с джунглей. Даже сейчас запущу. А у меня звук все равно нечем. Голосов. Так, ну. На харде я ее, блин, жестоко, конечно, на харде. Еще тут, если проходишь челленджи, можно открыть классическую контру, кстати. У меня звук тихий, поэтому я... Блин, это... А, блядь. Ну, когда звонок по скайпу, у меня все эти самые глушатся сразу. Звуки? Да. Володя, какая винда? 7. А. Вообще просто... жестоко, блин. У меня звуки глушатся в том плане. Если я скайп сейчас отрублю, у меня нормально станет. А есть настройка же такая, только недавно разобрался. Оно автоматически как-то глушит звуки окружающие компьютеры. Если там мне звонят, если я звоню. Что, типа, если музыка играет, то ему она была бы потише. Так, ну хард тут, блин, вообще жестко. Надо этому киномону. Если... с Колей затащит. Если на это самое на ну как, на DS играть еще как кое-как более-менее, на эмуляторе играть намного хуже, кстати. Ну это да. Ну у меня DS-ка, она где-то там. Ой, вон она лежит. Я никуда не потерял, это одна из моих любимых консолей. А, блядь! Жестоко. На Вите игр, к сожалению, очень мало родных, хороших. А вот у Nintendo с этим вообще проблем нет. Но там проблема в другом. Там, скажем так, графика не всегда оправдывает. Конечно, ничего не имею против хорошего там арта. И, например, в некоторые игры на DS-ке до сих пор тот же Марио выглядит прекрасно, но в некоторых играх, типа Plants vs. Zombies, ну там ну очень сильно все упрощено. Ну вот, например, Control 4, она выглядит очень хорошо. Кстати, я что-то вот сейчас вспомнил, есть платформер один неплохой, с отличной графикой, с отличным юмором, с отличной идеей. Но вот я не думал, что в нем на эмуляторе будет возможно вообще играть. Там тачскрин используется очень... очень-очень. Там, скажем так, аркаду совместили с пазлом «Совмести три в ряд». Вот это вот прямо старый косой поверхность. Там убиваешь врагов, они попадают на нижний экран, и там вот они среди кубиков, их надо, скажем так, три в ряд собрать, чтобы уничтожить окончательно. И это тебе дает энергию на заряд бронекостюма. Даже могу сейчас я
как он там правильно назывался-то. На вот Генри Хатсворт Puzzle Adventure. Даже обложку картриджа. Идут скайп. О, премия пришла. Уже 3 недели ее ждал. Премия. А, да я там переработал немного на студию, так скажем. И там очень нехилая сумма, я столько не зарабатываю практически, наверное. Да не зарабатываю, конечно, просто я считаю практически как моя зарплата, короче. То есть двойной оклад. Не кисло. Очень не кисло. И сколько же у тебя зарплата там? 1040? Ну, это... Доллар. А, нет! Не, ну в долларах по 3 где-то. Не, хрена себе. Я тут за 20 тысяч горбатюсь. Ну, знаешь, я 2 года горбатился за 15 тысяч, получается, потому что 5 из 20 я тратил на дорогу. И вставал для этого в 5:30 утра, 5 дней в неделю. Ездил в Реутов. Жестоко. Да, потому что у меня приписного нету, я медкомиссии не проходил, когда то вот, все были в 11 классе, а я уже свалил вдруг, это в Шотландии учился. Хрена себе. Да. Ну ты, блин, даешь. Ну да, потом еще в Лондоне учился 2 года. Я тут в местную гимназию. Туда обратно. 10 лет. Ну. Попробую еще хотя бы пару уровней пройти нормально, а потом уже заканчивать буду. Так, блин, а мне же завтра работать уже. А у меня сейчас 4 дня выходных, благо. У меня вот 2 выходных чуть дома. Тут кроме как на черепах больше никуда из дома не выходил, отсыпался. Сзади! Хотя в контре тут отовсюду. А Probotector 4 нету такого? Не, вроде нету. Ну там они уже забили на всю цензуру вроде в Европе. Ну блин, в Европе он-то не выходил, кстати. Вообще? Нет. Не, это разве не европейское название Probotector? Это именно европейское название Probotector, да. А Contra 4 в Европе-то не выходило. Кстати, эффект пальм практически тоже. А, ну да, точно, там же говорил Pixel Devil, поэтому там Super Contra, ну, третью это тяжелее найти. Особенно в полном комплекте. Глупая цензура. С другой стороны... Мегами Тенсей, которую я вот очень сильно уважаю, ее не то что в Европе, Америке, ее за пределы Японии почти не выпускали довольно долгое время. Вот и именно из-за проблем с цензурой. Потому что, в частности, не бери лазер, во второй персоне там воскрешают Гитлера. По сюжету. Но ее все-таки выпустили 10 лет спустя, она на PSP-шке доступна. Но вот в 90-х ее отказали выпускать. Выпустили вторую часть второй персоны, их 2 игры. Вот, но первую не выпустили. Вот. И потом, короче, выпустили
первую часть второй персоны на PSP, а вторую, которую выпустили в 90-х, ее очень криво там перевели из-за, опять же, тех же самых проблем с цензурой. Вот, и вторую часть второй персоны на PSP она в Японии выходила, но в Европе, Америке ее даже не переводили. Зато на PSP-шке выпускали третью персону. Да? Упрощенную, правда, но выпускали. Угу. Там даже и несколько диалогов добавили. Пара бонусов. Ну и на PS... на Vita, вот из-за чего ее стоит покупать, там есть... Персона 4 с кучей дополнений. Там новое сюжетное подземелье, два новых персонажа, с которыми можно отношения повышать. Соответственно, больше персон, больше контента. Вот она получилась очень классно. И сейчас Персона Арена файтинг по мотивам Персона. Вот он как бы продолжает сюжет. Но я в него пока плохо очень играл. Кстати, Барматунчик, попробуй сделать какую-нибудь ретроспективу серии, где игры, знаешь, не намного меньше, чем Final Fantasy. Демоны. Демоны? Да. Ну там, собственно, фишка серии — это демоны. Демонами там называют вообще мифологических существ, там какие-нибудь Вишну, Кришну, там... Один, есть Локи, Тор, есть там всякие божества японские, индийские там и так далее. Там же есть Фалос на колеснице, блин, если вы будете искать, я не помню, как он называется, но есть там. Там временами дизайн демонов, ну просто вообще. Есть там всякие эти ангелы, архангелы, тоже... за демонов считаются. Там хаос, нейтрал и порядок. Три, грубо говоря, ветки. И там из всех мифологий, короче, божеств сразу собрали. Вот, есть, на, кстати, вот на DS-ке есть, что там есть, Megami Tensei Strange Journey, ее, в принципе, она является полноценной четвертой частью. Ее только четверочку название не дали. И вот она на DS-ке есть, и там вот порядка 300 демонов, которых, скажем так, некоторых можно поймать на уровнях, некоторых можно где-то там купить. И там отдельные экземпляры, они смешиваются. Там берется два слабых демона, из них делается один посильнее. И вот таким макаром там где-то процентов 15-20 демонов вот только и можно собрать самых таких сильных. Уникальных разных. Причем при смешивании двух младших демонов от них берутся всякие, скажем так, ну, не скиллы, а заклинания. То есть какие сильные стороны, какие слабости у каждого демона этого будет, это зависит уже от фьюза. Вот это вот смешивание. И есть там боевая система, она пошаговая, она учитывает все вот эти вот слабости, сильные стороны, то, что если ударишь по слабости, то нанесется урон там то ли в 2, то ли в 3 раза, короче, превышающий, и тебе дадут еще один ход. Блять. Что такое? Спрайт-ган потерял. Что-то никому не интересно, поэтому все. Да не, ну я просто это не знаю, что это даже практически такое. Ну, это такая специфическая вселенная, она очень интересная. Она очень мрачная, у нее практически всегда постапокалипсис в темах. Угу. И очень мощный религиозный подтекст. Из-за которого вот ее и цензурили. В основном. Вообще вселенная очень интересная. Там Казума Канека, который вот рисует демонов уже там лет 20. Это вот издательство Atlus, знаете такое, да? Да, да, конечно. Они же вот делали, что они там делали? Сразу все из головы. Катерину они вот сделали, они сделали травмоцентр на Wii и DS, такой, что-то вроде симулятора хирурга. А, ну да, есть такой там. Есть такой, да. Там вот. С вами Блаттер общается, вы читаете?
А вот я что-то опять закрыл и не читал. Сейчас, Blatter, погодим. Я снова открою эту ссылку. Так. А где он с нами общается? А, вот. Не, Муссолини там не было. А вот, ну, всех вот Blatter, ну там вот так собрали. Они считаются демонами. Ну там некоторые для гад, там какие-нибудь, знаешь, бывают Терминатор, там даже в одной из частей был как демон. Блядь, моя ракетница улетела, черт. Тем не менее, Blatter, они все есть, там всякие королевы фей, там Оберон, Титания, тролль, которых охраняют. Во второй, ну это там, по-моему, Megami Tensei 2, в оригинальной второй части, там где-то был Терминатор, как демон. Но как раз она в то время вышла, когда вот этот фильм, только первая часть вот тогда была еще. Терминатор 3, как вообще вам? Терминатор 3, ну скажем так, плохо. Но если смотреть его как стёб над Терминатором. Ну, как-то все равно не очень. Даже, по-моему, четвертый получше. Хотя тоже. Четвертый мне понравился вполне себе. Там Терминаторе Дукатти, это, конечно, сильно. Что-то не то. Ну, Терминатор это во второй части Megami Tensei, в оригинальной, которая выходила еще на SNES. И, по-моему, больше, если я не ошибаюсь, больше его нигде не было. Син Megami Tensei. Не знаю где. Да. Megami Tensei, короче. Ну, набери Persona 4, тебе вылезет полное название серии. И серия на самом деле очень классная. Я вот по ней что-нибудь хотел сделать. Но как обычно у меня руки из жопы растут. И я слишком ленивый. Сейчас вот я очень ждал четвертую часть Megami Tensei основной линейки. Она вот на 3DS ее анонсировали в Европе, в Америке, короче, вот она в Америке вышла там. Причем первое издание, обычное издание, там был гайд, что-то там на странице 400. Игра сама, саундтрек, ну гайд там как бы с артбуком совмещенный, саундтрек и что-то еще, короче. В Европе она выходит только в цифре. Угу. Причем спустя полтора года после выхода в Америке. А я не знаю почему. Nintendo обещала, да, типа релиз будет, там ждите. Ждал я год, в итоге дождался. Прошел ровно год, у меня борода. Да, ну чуть больше года прошло. И вот такую подставу они сделали. Я в цифре вообще мало чего на консолях покупаю. Вот тут такое. Причем у меня есть переиздание, на DS-ке выходил Megami Tensei Devil Survivor, который, ну, как является, можно сказать, спин-оффом, но тем не менее игра очень хорошая. И Devil Survivor, Devil Summoner, который выходил только на Сатурне, по-моему, в бородатом 96-м году. И нигде более. И вот сейчас его только вот перевели и издали в Европе, Америке. Я тоже купил специально, чтобы поддержать. И вот такую они мне подставу кидают, что она будет только в цифре. Блин, ради интереса давно на сайт не был. Хочу посмотреть, если я вот перевыбор там буду делать на SNES, какие там игры сейчас выпадают. О, хорошо, что я сейчас не на стриме это сделал. Я не хочу в микромашинку играть. А так я сейчас подготавливаю, вот не знаю еще, какое первое видео. Скорее всего, все-таки топ-десятку эпизодов клиники буду делать. Смотрели этот сериальчик? Ну, я слышал, но сам не смотрел. Mm-hmm. Что за? А клиники. Его по MTV даже, по-моему, показывали. Да, показывали. Ну-ка, вкратце.
Ну, про одного не студента, чувак, короче, это со своим другом, они приходят в клинику, это устраиваться там работать, это, и вот потихоньку по карьерной лестнице там поднимаются, находят друзей, у них постоянно там какие-то происходят вещи. Клиник, ну-ну-ну-ну. Клиника, да. JD, вот там вот этот новый герой. Вот-вот, понял. Как забыл, как он у нас называется. Это да, что... клиника, Scrubs. Scrubs, вот там. Хороший сериал, правда, вот он не напрягающий такой, это очень спокойный. Юмор там не самый, конечно, лучший, не всем понравится, по мне он такой не напрягающий, хотя бы вот опять же. И там все-таки это философии никакой такой глубокой нету, но зато там жизненные такие ситуации обыгрываются хорошо, и советы даются такие, это простенькие жизненные, но при этом иногда, знаешь, это самое простое, но и забывается как раз. Я вот из сериалов сейчас пытаюсь досмотреть «Во все тяжкие». А, ну, там говорят, буквально, он такой. Буквально несколько серий осталось. Ну, блин, сериал просто охренительный. Именно сценарий там шикарный. Может, это тарантиновский какой-нибудь фильм без такой особой крови и растянутый формат сериала. Причем он, динамика там не проседает. Там есть пара серий филлерных, но там всего, наверное, серии 5-10 на 62 эпизода. То есть практически весь сериал. Что-то там происходит. То есть события развиваются. И он просто там... если кто в Payday играл, там вот главный злодей сыграл одного из... День зарплаты. По идее такая, скажем, про ограбление банка, короче. Там дантист дает задание во второй части ограбить банк такой огромный. И вот этого дантиста играет главный злодей во все тяжкие. Остро, да. Этот сериал воистину охренительный. Латер показывает. О боже, какой дрянь. И Дрейк Фейс. Знаешь, в 90-х и такого 3D не было. И все радовались. Да, не, в 90-х были, конечно. Музычка. Практически та же самая комната. Ну, да. Так, еще думал про Mass Effect, вот там, про вообще серию эту игр, сказать свое мнение и насчет концовки, чтобы у всех бомбануло. Ну, я Mass Effect не играл. Мне как-то... Ну, я слышал, что там что-то прям совсем не то, что ожидали. Да, на самом деле бред народ это пишет, потому что просто не поняли они ни хрена. Ну, не то, что не поняли, а там просто не могло было бы и быть по-другому. Что-то цитадели все. Ну, там очень много косяков, говорят, в этой концовке, которая не учитывает половину выбора, сделанного в предыдущих частях. Ну, как бы больше я про нее ничего. Там что-то красный, синий, зеленый, там цвета. Ну практически... и еще четвертая концовка есть. Да, тогда. Только Эску взял главное. Лазер такими этими прямоугольниками стреляют. Параллелепипедами даже вот так. Такие, знаешь, вдали. Маленький перпендикуляр. Да. И это, знаешь, такие дедпулы выбегают. Ой, FPS проседает, блин.
Ну, по меркам консоли, это на самом деле очень-очень-очень хорошая графика. DS-ка-то она очень сильная. Ну, да. 3DS-ка помощнее, конечно, будет. Но не намного. Там, да. Там не в графике дело. На 3DS просто игры хорошие. Ну, что мне нравится вообще у Nintendo, так это обратная совместимость у них всегда рулила. У меня, кстати, на DS-ке этот есть, как он там, ну не Rumble Pack, а, господи, флеш-картридж, на который можно закидывать образы предыдущих консолей. А. Там Game Boy Color и, по-моему, обычный Game Boy тоже должен пойти. Не знаю, что он там поддерживает. Так я уже не помню, как записывать. Где-то инструкция даже была. Тема босса та же самая, что в первой конте. Охуенно. 3D. Конечно, на NES-ке это выглядело тогда в новинку такое. С такой перспективы смотреть. Да, там даже два уровня таких. Ну да. Какие молекулы в тебя летят. Да-да-да. Человек-молекула вспомнился. Когда-то это было смешно. В Mass Effect, блин, косяк такой, что от первой до второй части игры там прошло какое-то время, и все резко пересели на патроны. Тут реально косяк. Что-то было? Вообще никак не объясняется. А, понятно, что это было. Там кто-то телек смотрит, что ли? Ну, задним планом, как. Ну, у, да, меня, что ли, у меня, что ли, орёт? Я даже не слышу. Не, не орёт, он так совсем тихо, я просто услышал. У меня в наушниках музыка долбит, я вообще ничего не слышу. Что происходит? Да нет, там нормально, там как будто просто кто-то дьявола вызывает на заднем плане. Все нормально. Все как обычно, вызовем дьявола и пойдем дальше. Это как вот у меня у сестры свадьба была, и меня, короче, заставили там подготовить как подарок ей это, танцевать, короче, это флешмоб типа устроили. Это и когда мы это практиковали, все, мы пошли в лес, я говорю, ну все, сейчас мы своими танцами точно дьявола вызовем, короче. Оп, подлодочка. А вот это неудобно. Да я вижу. Беги! Неудобно, потому что не видишь, когда они напрямую летят с этой сама. Ну да-да, понял. А? Алло. Я ничего не слышу. Алло. В гости пришли. Сворачивайся. Скукоживай. Блин, вот меня вообще вот он так и убьет, вроде лазер. А вот сейчас убьет, точно. Нет. А, зацепила, зараза. Ой, жизнь последняя. Может, мне правда посидеть, снова этот челлендж замутить. Прямо сейчас? Да не, прямо сейчас, наверное. Хотя, почему бы и нет. Все равно делать нефиг. Как бы давно собирался. Да, нужно только ключик будет это найти, отрыть, а то что-то. Мне кракен сейчас настроен. Ключик я там вчера устроил. Угадай мелодию. Сидел в Тони Хока второго запустил, а это зараза пиратская, короче. Там 4 в одном просто. И не оказалось, там саундтрека нету, короче, в второй части кусками только какой-то включается.
Я сидел, врубал ВКонтакте всем музыку и в угадай мелодию с ребятами играл заодно. Типа, а это что играет? Многие вряд ли что-то узнают. Классически. Ну нет, там практически все угадали, даже из фильмов, которые это, я думал, практически никто не смотрел. Правый морпех из пулемета строчит. Не, ну сейчас я ее не возьму, потому что у меня нет ракетницы. А, еще и лайсер остался. Еще и это пушки тут. Ладно, сейчас сдохнешь и пойду уже. Да, кстати, мне позавтракать надо. Мне как бы спать. У нас 12 у меня почти. Да, без пяти почти. Сейчас затащит. Ну. Мне вот у Коли вот этот Canon Fodder интересный был. Два выпуска. Вот интересно, что он про третий скажет? Да! Что я сделал? Что ты наделал? Ладно, все, давай, вырубай. Ну хорошо. Уже всем надоело. Да, надоело. И мне надоело. Ну ладно. На консоли это лучше играется на DS-ке. Чем на эмуляторе. На DS-ке мегамены есть тоже неплохие. Может быть когда-нибудь, но блин, пропадают картриджи, потому что сегодня хрен что найдешь, наверное. Да вон флеш-картридж возьми, не парься. Да, надо будет, наверное, когда-нибудь. Все образы твои. Ну что ж, фриплей такой неформальный, самый от меня... Неформатный, да. Неформальный что-то я. Заканчивается. Я вообще-то думал, там уже насколько сегодня игр было на выбор. Ну, выбрал народ АВГНа. АВГН продлился часа два. Я думаю, ну сейчас кто-нибудь еще подтянется, поиграем что-нибудь еще. Нет, нифига. Ну вот я запустил Марио и Контру. Как, блин, два часа уже тоже посидел. Нормально. Собственно, если что, Барматунчик, будешь играть? Ну, посмотрим, ключ мне Steam пока что, тут тоже перехаваю чуть-чуть. Так что, если что, не расходитесь, сейчас будет челлендж от Барматунчика. Может быть. Я, может, тоже посижу еще. Так что... А я отключаюсь. Мне... Ну, я, может, чуть посижу, что-нибудь посмотрю, но говорить уже ничего не буду. Хорошо. Зрителям пока-пока. Зрителям пока. Блатру что досмотрел. И кто у нас еще? Спайдер Пиар. Они у нас тут самые активные были. А вот еще Санкл, если он еще тут. Ну все, отключаюсь. Все, счастливо. Пока.